Здравствуйте! Тема сегодняшней беседы – чеснок. Как сохранить его зимой? Как сделать так, чтобы чеснок, свой собранный чеснок своего огорода дожил хотя бы до весенних дней? Честно говоря, мне не очень нравится чеснок, который к нам привозят из других регионов. Я считаю, что наш чеснок, наверное, самый ароматный, самый вкусный. Итак, как же его сохранить? Ну, наверное, первый самый такой простой способ при уборке урожая осенью. Не отрезайте совсем у него стебелечки, оставляйте длинные концы и сплетите их в косу. И можно повесить где-то близко к прохладному окну или же повесить в подвал, где температура воздуха от 1 до 4 градусов. Это один из способов. Второй способ – чеснок, предварительно очистив, отрезав ему усы, подрезать ножку, положить в банку, в 3-литровую, 5-литровую, какая вам больше нравится. Засыпать это солью, но помните, соль должна быть на 2 сантиметра выше, чем сам чеснок. Это один из таких достаточно эффективных способов, поверьте, чеснок доживет до весны. Далее еще какой мне очень способ нравится, собранный чеснок мы подрезаем у него вот эту часть, и вот там, где у него вот эта борода, которая растет в земле, окунаем в парафин, в теплое, то есть запечатываем вот это место. Чеснок, поверьте, тоже сохраняет свою, ну, такую вот упругость достаточно долгий промежуток времени. Еще один способ, чеснок можно после выкапывания, просушивания положить в платяные мешочки или же в крафт-бумагу, завернуть и положить в какое-то прохладное помещение. Здесь тоже мы можем вот остаться с чесноком. Ну и, наверное, один из самых таких последних способов – это когда мы чеснок осенью тоже собрав, обрезаем верхушку, подрезаем, даже не подрезаем, но отрезаем большую часть, а остальную часть мы поджигаем над пламенем, то есть тем самым тоже запечатываем вот эту часть. Такой чеснок, как правило, сохраняется долго, но единственное, но он не годится на рассаду, то есть мы не можем его использовать. Зимой иногда все-таки бывает, что вот все наши старания, все наши вот попытки сохранить его не увенчались успехом. Чеснок все-таки начинает вот так вот портиться, приобретать вот такую некрасивую форму. Вот. Что же делать в таких случаях? Ну, есть один очень хороший, прям чудесный рецепт. Значит, вот такую испорченную чесночину отбраковываем испорченные, вот так разбираем на зубчики, отбраковываем испорченные, хорошие зубцы очищаем, слегка раздавливаем, хотите кулаком, если у вас сил хватает, хотите ножом, и кладете его в масло, и оставляете в масле. Масло можно оливковое использовать, можно подсолнечное, рафинированное, и оставляем его в масле недели на две. Поверьте, когда вы откроете его, это масло, ну, аромат будет необыкновенный, то есть вы получаете необыкновенное чесночное масло, которое можно использовать в салатах, приготовлении, даже при жарке рыбы, оно, ну, незаменимо. Только чеснока помните, что засыпать туда нужно, конечно же, не одну дольку. Желательно хотя бы там на обычную бутылочку, ну, грамм 50, желательно даже 100. Желаю вам успеха, я думаю, что вам мои советы пригодятся. Всего вам хорошего, оставайтесь с нами.